Всем привет! Рассмотрим новую модель от компании Asus, планшет MemoPad 8. Так, моделька белого цвета, soft touch пластик. Это новая модель, идет с прошивкой Android KitKat 4.4.2. На борту процессор Intel 4-ядерный, 64-битный. Так, смотрим. С левой стороны гнездо для microSD-карт с расширением до 64 гигабайта. Сверху слот microUSB и разъем 3,5 мм для наушников. Также, я так понимаю, микрофончик маленький. Спереди фронтальная камера на 2 мегапикселя. Логотип компании Asus. Сзади у нас камера на 5 мегапикселей, которая снимает с разрешением 1080 точек. Так, аккумулятор у нас на 4000 миллиампер. С левой стороны мы уже смотрели, с правой качелька громкости и кнопка включения выключения. Также сзади у нас динамик, я так понял, стереодинамик здесь. Так, снизу ничего нет. Толщина устройства 8,3 мм. Оперативки 1 гигабайт. Встроенная память 16. Так, посмотрим поближе. Экранчик 8 дюймов. Очень хорошие углы обзора. Никаких искажений. Разрешение экрана 1280 на 800 точек. Здесь стоит IPS-матрица. Экран поддерживает касание 10 пальцев. Так. Что у нас здесь есть? Смотрим. Стандартное приложение, калькулятор, микрофончик. Есть GPS-навигатор, также, я так понял, поддерживает навигацию GLONASS. Wi-Fi, Bluetooth, ну, все стандартные на сегодняшний день беспроводные технологии. Камера, посмотрим. С фокусировочкой. Быстро фокусируется. Качество фотографии я потом покажу. Что еще интересного? Прошли тест, который показал довольно-таки неплохие показатели. 33 087 единиц. Подробно. Очень легкий аппарат, вес аппарата 320 грамм, заряда батареи хватает на 9 часов. Очень шустро работает, без тормозов,
Здесь Android 4.4.2. Модель К02 единица. Очень хороший аппарат. Так, спасибо за внимание. Всем до свидания.